Про пропаганду наших ворогів. Росія – країна задзеркалля. Якщо трішки змістити акценти та змонтувати так, що під дідом пропаганди мають на увазі не Байдена, а свого бункерного діда, виявиться, що так звучить дуже навіть і правдиво. Давайте почуємо їх. Да. Вообще возникает ощущение, что когда он говорит, он бредит. Назову имена Патриса Лумумбы. Назову имена Патриса Лумумбы. Патриса Лумумбы. Но хотя это лучше, чем когда он просто засыпал. Но все бы ничего, но один раз он заснет на ядерной кнопке, и нам всем придется иметь с этим дело. Нам нужно понимать, что плюс еще подобный президент, больной, ну, в разном возрасте люди проявляют себя так или иначе по-разному. Есть люди старше его, которые с каждым годом выглядят все моложе. И я говорю без злорадства. Человек просто болен. И его окружение, пользуясь этим, может творить разное. Чудеса, мы должны понимать, с кем мы имеем дело. И возвращаясь к атакам беспилотников, возвращаясь к тому беспределу, который против нас развернут и каждый день проявляется, действительно уже хватит как-то надеяться на переговоры, на чей-то здравый смысл, на то, что вот сейчас у кого-то хватит благоразумия, не хватит.